имени Даш Антонина Дмитриевна. Те, кто были в зале в этот день, делились воспоминаниями. Медали «70 лет Победы», учрежденные указом президента России, получают ветераны войны, труженики тыла и бывшие узники концлагерей по всей стране. Мы большое внимание уделяем ветеранам, именно адресную помощь. Где меняем, где ремонтируем, помогаем квартиры, где материалами, где просто бытовой техникой. Каждого абсолютно обходим. Есть специальные списки, есть специальная у нас комиссия, которая все это определяет. Для чего эта комиссия? Чтобы никого, не дай бог, не обидеть, не оставить без внимания. Школьники подготовили для ветеранов концерт. Свой подарок сделал и благотворительный фонд «Пища жизни». Сотрудники центра сами испекли сладкие сувениры в виде звезд. Большая честь для меня, для ветерана трудового фонда. На высшем уровне я очень благодарен за выступление. Концерт прекрасный был. К ветеранам, которые не смогли прийти на праздник по состоянию здоровья, сотрудники администрации и школьники приедут домой. До 9 мая в Хостинском районе, как и по всему Большому Сочи, запланировано множество мероприятий. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.